вот моя Яна, как всегда, хочет в H&M, потому что именно H&M есть только именно в этом молле, в Амбуде. Ну, здесь вот есть и Only, и Вера Мода, и есть все хорошие бутики. Есть и здесь Shopper Stop. Мы тоже, да, но это потом, когда тетя Ира придет, мы с тетей Ирой сюда зайдем. Они же тоже что-то будут покупать. Нам нужна кое-какая косметика. А пока давай походим по... Я, кстати, не знаю, что будет тетя Ира брать и где, и что она будет покупать. Но все равно нам надо как бы ожидать сейчас, а что нам делать. Нам в середине там, наверное, вряд ли дадут снять. Яна, там не дают снимать в H&M внутри? Яна говорит, внутри нам ничего не дадут снять. Так что вот снимаю только по дороге в H&M. Но я смотрю, людей очень много, даже для воскресенья. Давно я уже не видела нигде стольких людей. Ну вот, до Дивали осталось. Дивали какого числа, Раджеш? 24-го? 24-го или 26-го, я не помню. И поэтому, конечно, все очень покупают много. Но я смотрю, вот уже праздничная одежда, такое все блестящее. Такое все блестящее, красивое на манекенах. Я не знаю, что там. У Яны развязался шнурок. Папа помогает Яне. Ну, посмотрим, что хочет Яна, я не знаю. Я, если честно, сегодня совершенно без настроения. Я не хочу сегодня даже ничего мерять. У меня вообще настроения нету. Не знаю, так. Ух ты, это что такое, Яна? Это что такое? Я не понимаю. Такое яркое, красивое. Не знаю даже. Я не понимаю, что это. Какой-то, может быть, бельт, какой-то шнурок. Такое все яркое, вообще очень красивое. Яночка, посмотри на вот этот топ. Ты сиди там на улице, да. Зачем ты будешь с нами тут? Вот этот топ мне очень понравился. Ну, у нас уже начинается холодная погода, поэтому нам, конечно, надо выбирать юпочка. Тоже такая прикольная, Пати Вера. Вот эта юпочка и, допустим, такой бы топ. Очень даже прикольненько. Не знаю, что выберет Яна. Сейчас посмотрим. Януська, смотри, вот какие топы, какие прикольные, яркие есть. Очень даже неплохой. Мне нравятся такие. Пати Вер. Вот этот тоже классный. Нет? А посмотри вот здесь тоже. Вот. Нет, такое не нравится. Вот такая юпочка мне понравилась. Посмотри. Вот такая не нравится тебе? А? Нет. Вот такой топ. Этот раз что, красный будет? Какой будет следующий год? Мне кажется, это уже H&M же это международная фирма. Ой, классное платье. Да? Да, классное. Это же международная фирма, поэтому я думаю, наверное, уже к Новому году начали они все продавать. Раз этот... Потому что это уже как бы новогодние такие мотивы. Нужно посмотреть, какой будет следующий год у нас. Я, кстати, даже не смотрела, я не знаю. Яна, вот этот топ очень тоже классный. Мне нравится тебе? Вот этот очень классный. Возьми, померяй. Вот этот мне очень понравился. Такой вот. Кстати, это тебе и для пул-пати может подойти. Для твоей вечеринки возле бассейна. Ой, такое все красивое. Прям такое все блестящее. Свитер. Ты хочешь свитер? Яна, я не знаю. Померяй, Доня. Ты меня не спрашивай. Я не знаю. Неплохо. Ну, такой большой, конечно, толстый. Такая вязка. Для, не знаю, для Индии, Яна, ты же знаешь, что здесь не бывает так, в Индии так, ты мерзнешь постоянно, да, кстати, Яна у нас мерзнет, ну, посмотри, ты же не любишь розовый, вот я не знаю, ты иногда сама себе противоречишь, вчера выбросила шорты и убрала, которые этого же цвета были, которые я тебе 2 года уже пытаюсь втюхать, одевая, не хочет носить, ты знаешь, джоггерсы себе посмотри, у тебя джоггерс нету. Вот этот свитер, ты видела? Вот этот. Ой, это платье, Яна. Это не свитер, это платье. Прикольное, кстати, платье. На зиму. Посмотри. Это платье, это не свитер. Вот смотри, какой свитерок тоже есть. Такой нет. В общем, это все уже зимние мотивы, насколько я поняла. Потому что вот они, свитера, прям все. Ну смотри, Яна, ты возьми, пожалуйста, керебек, что ты в руках носишь. И пойдем посмотрим дальше, что у нас есть. В общем, пока наши друзья не пришли, пока мы можем... Яна, джоггерс давай посмотрим. Где вообще находятся джоггерс? Где они? Где? Вернее, джеггинс. Нет, джоггерс, правильно. Спортивные, которые. Есть у тебя, ты говоришь? Да. Вот этот топ тоже посмотри, Януська.
Вот этот тоже симпатичный. Шубка такая. Яночка, ну здесь, я понимаю, Катюня. Такую мы покупали в прошлом году. Ты забыла? В Заре. Такая точно. Такого мы не будем брать, чего нам не нужно. Одинаковое. У Яны, может, и есть, а у меня нет. Но я, если честно, у меня нет сегодня настроения ничего мерять, переодеваться, не знаю. Меня вот с утра, как я чистила вот этот бак, и меня с солнцем видно, как шандарахнуло, и все. И меня, если честно, меня просто после этого накрыло. И я вижу, что я совершенно не в настроении. И ты знаешь, Ян, я бы себе джоггерс тоже взяла. Мой размер вытяни. Ну, это толстые такие, видишь, это европейские, вот смотри, они. Какая-то чип. Что? Коллекция. Яна, ну для тебя может быть чип, а для кого-то интересное. Слушай, так нельзя говорить. У каждого свой вкус. Говорит, слишком дешево выглядит, типа блестинки дешево выглядит. Я говорю, ну тебе может быть дешево, а кому-то может и нравится. Ты меня извини. У каждого человека свой вкус. В общем, я мерить точно ничего не буду, не хочу. Мне вообще нужна в последнее время хорошая обувь. Вот обувь, да, обувь я бы себе какую-то взяла бы хорошую, но обуви я сейчас здесь не вижу. Пусть Янка себе выбирает. Сегодня я не в настроении. Я же говорю, как бывает, вот бывают же такие дни, когда попадешь даже и в райпур, и все, а все равно нет настроения. Ну, мы покупали в прошлом году уже для Янки такие вот курточки, поэтому нам ничего не надо. Вот она на стенде висит. У тебя есть уже, Януська, поэтому этого всего мы не будем. Вот бампер джекет. Да, вот это, кстати, с Бритни. Ты хочешь с Бритни? Ну, да. Я не люблю колоры. А цвет тебе не нравится? Ну, посмотри, если какой-то цвет. Цвет ей не нравится. Фиолетовый. А вообще сейчас вот эти вот футболки, которые с принтами, с девушками, с актрисами, вообще с любыми принтами, сейчас здесь очень сильно в моде. Очень сильно в моде. Я смотрю, много всяких таких шубеек вообще прикольненьких, таких классненьких. Очень много везде. Вот тоже, я смотрю, такая вот прям. В прошлом году мы очень себе такие искали и не могли найти, если честно. Я, кстати, по-моему, у меня нету даже. Я так себе и не купила. Но я, если честно, я не хочу. Есть у меня там кое-что. Мне хватит. Просто в Индии зимой не бывает настолько холодно. Мы не в тех районах живем, да, если там где-то вот, где-то в холодных горных районах, там еще понятное дело. А здесь как-то... Где? Куда? Kids? А там на твой размер разве есть kids? В детскую? Да? Ну, пойдем. Там тоже можно было бы посмотреть в той стороне. Возьми, Яна. А то ты ходишь в руках. Такие все обходительные. Сами спросили, увидели, что Яна держит в руках. И сказали, возьмите кэрибэг себе. Яна зашла в отдел для детей. Она говорит, я в прошлый раз себе здесь выбирала. Не знаю. Какой это ты размер себе здесь выбирала, интересно. Всякие лосинчики. А зачем тебе лосинчики? Ну, зачем тебе лосинчики? Да, вот здесь, смотри, это Гунгун брала. Ну, Гунгун-то, понятно, в детской секции себе выбирает. Яна, Гунгун-то, какая она маленькая, она же низенькая какая, она намного тебя ниже. Конечно, ей подходит секция. Ой, как прикольно вообще такой свитерочек. Ты смотрела, да, Гарри Поттер? В смысле, смотрела фильм? Да. Конечно, я все части смотрела. Хагрид, он умер. Почему? Актер? Да. Ты что, серьезно? Когда это случилось? Наверное, парсон. А что с ним случилось? Ну, боль. Бог ты мой. Яна мне сообщила такую новость, что
актер из «Харри Поттера», главный, который, он умер вчера. Я в шоке. Я не слышала такого. Ой, для Хэллоуина. Скоро же Хэллоуин будет. Для Хэллоуина такие вот страшилки всякие. Страшилочки всякие прикольные. Ну что? Здесь вот отдел бижутерии. Мне понравился один для телефона. Такой кавер, но почему-то никому он не понравился, кроме меня. Ну, он такой, конечно, луз был, прям спадал. Здесь вот белье. Кстати, белье в H&M очень классное, прикольное. В H&M белье очень прикольное, разное. Всякие найтсуты, рубашки ночные. Пойдемте. Теперь последнее. В шопер-стопе можно зайти еще в Макс. Я, кстати, Ира, последний раз в Максе купила неплохие курты. Очень был хороший дискаунт, 50%. А что, друзья, которые учились в Украине, да. Ну, Алока, по-моему, с Ирой уже все видели, я не помню. Я уже показывала, наверное, отдыхали мы. Ну, конечно, были видео старые, когда мы все вместе отдыхали. Были видео. А я не знаю, что они хотят. А куда вы все идете? Куда они пошли? А, ну пусть идут. А мы пока сейчас сюда зайдем. В Максе, так вот, Ира, я купила очень даже неплохие эти. Курты были 50% дискаунт. Одну я отложила себе на Дивали, она такая прям нарядная была. В общем-то, я купила 1000 с чем-то, Ира. Там у меня получилось по 300 рупий каждая курта. То есть, да, и я их уже постирала, я их уже носила. То есть, я вижу, что реально качество хорошее. Хорошее, да. А я думала, разлезет. Ну, за 300 это как-то очень мало. Я думала, разлезется, знаешь, вообще там после стирки. Маскара, Мерилье. Мадлоб, кольки дыхаенге? Муже вольюм чайе. और ये वाला कैसा है ये वाला ये भी अच्छा इसका ही है दिखा लो मैं взяли бодишопка но мне вообще не понравилось ир ну это какая-то брашь такая не знаю और ये वाला कैसा женщины шопятся А мужчины разговаривают и хмурятся. Мужчины сильно хмурятся, потому что жены тратят деньги. Вот муж у меня какой. Пришли на шопинг, у меня берет деньги. Вместо того, чтобы мне давать, берет у меня деньги. Я сам буду давать. Типа, твое тоже мое, а мое тоже твое. Ну и то правда. Все оно наше. Мои деньги, это тоже его деньги. Яна у нас расстроена, ничего не купила и хочет очень сильно кушать. Вы здесь уже были, Алок, или это новое какое-то место? Нет, с вами, я не знаю. Не были, да? Мы были. А, вы были, мы не были. Ну, я слышала, по названию слышала, но я не помню. Мне кажется, мы здесь не были. А, вы были мальчики без нас. Когда у вас какая-то конференция была? А, когда госпиталь открывался, он здесь давал вечеринку. Это вот какой-то ресторан. Я, кстати, я... вот этот Vips Club, да? Vips Club или Vips, как правильно? А что, VIP? Боже, ну, мой английский. VIPs. Ну, там S еще было. VIPs Club. Да, ну, VIP это значит... Значит, да, это важные персоны. VIP это важные персоны. Но я здесь первый раз. Наши мужчины, конечно, были здесь. Вот Ирочка с детками тоже были. Они здесь райпурские. Ну, а мы, конечно, первый раз... Ой, красиво, красиво. Такой интересный. И такой вход, смотри, такой зелень, да, Яна? Красиво, красиво. А, есть еще площадка там, да?
Mm. Внутри, потому что это площадка. Ну, типа как плейграунд. Вот, видишь, да. можно и на улице здесь вечи. Ну, как обычно, в каждом ресторане дают такой еще плейграунд, чтобы, если что, на свежем воздухе тоже вечеринки делать. Вот и там, кстати, барчик есть отдельно. А тут пить можно или нет, Алок? Алок, пить можно здесь или нет? По 100 грамм хоть хапнем или нет? За встречу, за выходной. Вверху зал у нас. Вот из окна вид. Я не знаю, насколько будет видно. Видите, вот откуда мы пришли. Вот у нас такой зал.